Так, всем привет, снова на канале. Я продолжаю играть игру под названием Бенди. Хотел сказать 5 ночей среди, но воздержался. И я все-таки нашел оставшуюся деталь, которую я должен был собрать. Ключ. Он находился... Хорошо, это все. Находился в нашем друге. Мертвом уже. Не знаю, жалко, не жалко, но идемте поставим. Я уже хочу продолжить, потому что мне пришлось заново все собирать. Потому что я выходил из игры и не сохранялся. I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Я должен найти выключатель. А он вроде бы был... Вроде бы где он был? Кстати, я не помню, где он был. Но идемте найдем. Идемте найдем. Я уверен, что сейчас откроется что-то новое, потому что... Ну, больше комнат я не видел, которые могут вести нас куда-то. Есть только закрытые двери. И мы будем возвращаться на одни и те же места снова и снова, я в этом уверен. Потому что, ну, как я уже говорил, много закрытых дверей, например, вот эта. Она не открывается, она в будущем откроется, как открывались и вот эти, и вот те. Все, вспомнил, по-моему, где нужно открыть чернильную машину. Включить. Ро. Как ты? Это ты был? Признавайся. Признавайся. Ну давайте посмотрим. Ну ладно, зацикленная анимация будет. Ау. А, тут все заполняется. Это все? Или она дальше не будет течь? Выше вот этого, вот этой отметки. Видимо, не будет. Ладно, идемте, вернемся. Вернемся обратно, я все проверил, тут не открывается. Включил. Какие-то звуки странные. Походу, я кого-то выпустил. Да, я кого-то выпустил. Или я открыл просто шлюз, который... работает. Ярко все стало. И что-то работает. А что мне делать по итогу? По итогу... Да, врубился свет. Везде. И течет какая-то жидкость. Надписи все те же. Взаимодействовать с ним я не могу. Значит, просто двигаюсь. Неизвестно, куда нам двигаюсь. Пока из самого страшного, это была вот эта штука, которая вылазила на меня. Звук забагованный. Идемте сюда. Кстати, да, мы же включили. Блять. Бежать. Бежать, бежать. Куда? А куда бежать? Я не могу бежать. Куда мне бежать? К выходу? Да, к выходу. Не успел. Шлюз. Открываем. А я ведь мог сбежать. Короче, считайте сами. Я что-то сегодня не очень. Особенно это. Я думаю, можно идти. Мы провалились в какой-то подвал. Да, это, походу, подвал. Опасно. А нам сюда? Чернила? Серьезно? А, я могу откачать. Откачаем тогда. А куда она откачивается? Непонятно. Допустим, идемте. Но это было страшно. Его появление первое. Опять шлюз? Видимо, да. Я именно могу хватать вот до сюда прямо. Так. Великий человек солгал нам. Понял, топор.
Напасть. То есть я могу побеждать кого-то, бить? Серьезно? Так, откройся. А там что? А там ничего. Но больше ничего нет, придется. Или я могу нападать только на деревяшки? Я смогу отбиваться именно... Именно топором от него. Надеюсь, смогу. Ведь это будет хоть какая-то защита. Громковато это открылось, конечно. А я должен посередине стать? Я все правильно сделал? Нет? Я помер? Я думаю, я должен был встать на круг. Да, глава вторая. Старая песня. Да, я все правильно сделал. Кто-то элегантно положил мой топор, в то время как я падал. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. Да, спокойная реакция, когда тобой какое-то чудовище бегает, и сектантская какая-то пиктограмма. Ну, идемте. Тут я могу нападать. А это уже хочется. Ого, я даже до сюда могу достать. Утилита 9. Ага. Допустим. О, на банджо? Или это не банджо? А, то есть мы вернулись обратно на то место? Судя по всему, работник, это все сделал работник, возможно. Опять пентаграмма, гробики веселые. Да, это, походу, старые комнаты, которые здесь. Я могу их бить. А вот это мне нравится. Где ты? А ну-ка. А ну-ка сюда. Хотя я не могу, жалко. Что? А ну-ка. Я отвернулся. Да ну. Не может быть. Говорю-ка. Ну, восстанавливает. Просто-напросто. Я что-то туда не очень хочу. Но, видимо, вариантов у меня нету. Каких-либо. Я не думаю, что к нему стоит обращаться. Where the hell did he go? В пиктограмму вошел. Выходи. Я аж заикаться начал. Много чернил. Извиняюсь. Чихнул. Берись. Да берись. Я должен все выпить. Все. Что это? Рубильник. Рубильник. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Я уверен, что вот эта штука станет моим врагом. Запитать чем? То есть я должен вернуться обратно? А, вот. Стой. Я же запитал, нет? Или мне нужно еще несколько найти? Походу еще несколько. Тогда идемте искать. Возможно, где-то за деревяшками. За деревяшками я не вижу. Меня прямо заставляют возвращаться данного назад. Ну, наверное, на этом игра и построена. Получается. Вот. Еще одна. И вот ты.
Вроде бы все, да? Да. Все. Здесь ничего. Возвращаемся. Не улыбайся мне. Жидкость. Жидкость. Но я почти на 100% уверен, что вот эта статуя как-то навредит мне. Она и выглядит жутко. Полицена. Я сижу за тобой. Кто там? Здесь как-то темно. Сокаши. А там за ним стенка. Стенка. Так. Все стало намного сложнее. Здесь закрыто. Музыкальные ноты. Да, видимо, действительно, кто-то из сотрудников начал творить какую-то фигню. Девушка? Тебе тоже топором по лицам. Но здесь какая-то особенная комната, которая ведет прямо вглубь. То есть, ты действительно думаешь, что упал вниз? И здесь еще ведет лестница вниз, и там будет выход? Я не думаю, что это так. Опа, свет врубил. А вот это хорошо. А вот это плохо, кстати. То, что там течет вниз. Ага. Здесь я не был. О. Я что-то такое ожидал. Да. Походу его разум захватила вот эта вот фигня. Как-то может воздействовать на него. И, кстати, возможно, это был он, который проходил. Первый персонаж, который... Не, второй персонаж, который появился здесь. Что я должен делать? Их двое? Их же один был. Подождите. Совершим те же действия и нет, их двое. Ладно, по лицу. И мне получай. Я, пожалуй, заберусь наверх. Я выиграл. Немного потрепали меня, но вроде бы все в порядке. Я что-то такое ожидал. А я могу выйти сейчас? На него потребовалось два удара. Почему-то... И что я должен делать? Да, как-то не попадается с первого раза. Она веселая музычка. Могу закрыть? Нет. Они пропали. Великолепно. Они пропали. Не говорите, что я играю ужасно, я играю великолепно.
angel voice. Sammy says she may be as popular as Bendy someday. These past few weeks, видимо, этот голос является той голос той девушки, которая была на плакате. Звукозапись. Запись, да. Я ничего здесь не могу сделать. Хотя я жму. И куда мне? Я, конечно, не музыкант, но можно мне вот сюда, здесь же мигает. А это я могу играть? Ага. Видимо, я должен тронуть все музыкальные инструменты. А то я просто не вижу смысла в них, если они здесь просто так стоят. Тем более, когда я не могу войти вот сюда. Или я должен нажать кнопку и включить. Давайте вернемся. Здесь еще какая-то. Так а куда мне возвращаться? Кстати, дверь открылась. Опа-на. А это рояль. Кто-то подпевает. Так, я слышал это чудовище. Лазарет. Он затоплен, мне никак туда не попасть. Идем дальше. Еще одна комната открывается. Картина какая-то. И опять ты. И больше ничего. Только зарисовки. И музыка. И все. Да, я больше ничего не вижу. Ну идемте дальше. Здесь закрыто. Well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. Что я потом должен делать? Так, прослушаем. So I was going to get my dustpan from the hall closet the other day, and guess what? I can't find my stupid key. It's like it disappeared in the thin air or something. All I can think of is that it must have fallen in one of the garbage cans I was making my rounds last week. I just hope nobody tells Sammy. Because if he finds out I lost my keys again, I'm out of here. Я должен найти мусорный бак, судя по всему. Больше других вариантов у меня нету. Но где я видел мусорный бак? А мусорный бак... Он, возможно, это? Нет. Я это слышал? Видимо, слышал. Я не вижу мусорный бак. Так. Мусорный бак. Вот. Да, вот, нашел. И дверь открылась. Чуть не сказал боулинг. О, я могу все забыть. Забить. Упал мячик. Забейся. Ты че? Или это нельзя забить? Забил. Смотрите. На. Не могу. Забил. Забил. И последний. Может что-то произойдет, я просто не знаю. Нет, не смог. Не смог, но здесь есть двери, значит, я сюда еще вернусь. А если я протащу мячик? Только куда, зачем мне это делать? Через чернила и все равно. Ну идемте, я нашел ключи.
просто нужно вернуться обратно. Главное, чтобы на меня кто-то не выскочил. А, ключевой. Скрипка, бонжо, бас, скрипка. Понял. Скрипка, бас, бонжо, скрипка. Мне, видимо, обратно. Он... А куда мне, подождите, где была дверь, чтобы пройти? Скрипка, бас, бонжо, скрипка. Я забыл, куда мне нужно пройти. Вот сюда, да? Не, это лазарет. Скрипка, бас, бонжо, скрипка. Вот. I know there's something I've got to do in here, but I feel like I'm missing something. Давайте найдем скрипку. Вот скрипка. Бас. Бас. Где бас, может быть? Бас, бонжо. Возможно, бас имеется в виду вот это. Бонжо. Бонжо вот это. И опять скрипка. Возможно, бас все-таки вот это. Скрипка, бас, бонжо и скрипка. Видимо, я, наверное, что-то сделал по итогу. Хотя звуков никаких нету. Да нет, ничего не получилось. Joey Drew has his, and I've got mine. To enter, you need only know my favorite song. The violin shudders with a piercing bass, voice. Скрипка. The banjo. Скрипка, бонжо, бас, скрипка. Давай посмотрим. Куда я иду? Скрипка, бас, бонжо, скрипка. Скрипка вот, это 100%. Бас. Что такое бас? Скрипка... А, возможно, это бас? Нет. Бонжо, это сразу бонжо. И опять скрипка. Но ничего не выходит. Давайте опять скрипка, бас, бонжо и скрипка. Дверь открылась, я слышал. И, нет, это я скрипел. Это все же я скрипел, а дверь не открылась. Тогда, честно говоря, понятия не имею. Джинин. Давайте я посмотрю в Ютубе, почему бы и нет. Я не понимаю, подождите. Скрипка, банджо. Бас и опять же скрипка. Не получается, значит, скрипка, банджо, бас и скрипка, но уже в другой комнате. Не зря же она там стоит все-таки. Или зря. Кто знает. Я не думаю, что зря. Все. И если там не открыто, я разочаруюсь вообще. Что жестоко с их стороны. Жесточайший. Что мне делать? Это идиотизм, по-моему. Я не могу понять, что мне делать. Я вроде бы выполняю все такие. Скрипка, банджо, бас, скрипка. Например, давайте отсюда начнем. Скрипка, банджо, бас и скрипка. Банджо, бас,
и скрипка. Не помогает. Серьезно, не помогает. Я вроде бы все делаю нормально. Скрипка, банджо, бас. И опять же скрипка. Но когда я смотрел у ютуберов, как они проходили у других, у каждого ютубера разные комбинации. Варьируются. Так что непонятно. Не понял этого, конечно. Но не получается, слушайте. Скрипка, банджо, бас и скрипка, опять же. Ну это скрипка, 100%. Это банджо. Скрипка, банджо, бас и скрипка. Скрипка, банджо. Давайте попробуем по типу баса вот это. Бас. И опять же скрипка. Кто-то воет. Нет, не открылось. Понятия не имею, как пытаться пройти это. Если честно. Удручает. Здесь ничего нету. То есть, да, здесь никакого инструмента нету. И все. Опять не здесь. То у вас нету, то уедь. Ладно. Ладно, я на этом думаю, может закончить будет что, но 2 часа снимаю уже и не смог выбраться с этой локации. Всем спасибо за просмотр, всем пока.